На современном этапе сфера информационных технологий динамично развивается и, несомненно, занимает важное место в жизни нашего общества. Свою лепту в информационное пространство нашей страны вносит и Жамбылское областное телевидение, которое оперативно и качественно доносит информацию в массы. Сегодня главный телевизионный канал Жамбылского региона отмечает день своего создания. У творческого коллектива телеканала есть что вспомнить из прошлого и, конечно же, имеются планы на будущее. Внимание, звук есть. Начали. Первые позывные Жамбылского телевидения прозвучали в эфире 1 ноября 1989 года. И сегодня это событие считается одним из самых ярких в истории региона. Вещание телеканала начиналось с 40 до 45 минут, постепенно увеличиваясь. Сегодня общий объем эфирного времени телеканала «Жамбыл» составляет 17 часов в сутки. Контент нашего телеканала полюбился не только жителям Жамбылской области, но и зрителям всех уголков нашей страны, так как областное телевидение вещает не только посредством эфирных и кабельных сетей, но и входит в пакет спутникового телевидения от АУ-ТВ. Все эти годы мы старались четко и беспристрастно, не гоняясь за сенсациями и жареными фактами, информировать наших телезрителей, как развивается наша Жамбылская область и вся наша большая страна. Мы с уверенностью и с большими амбициями смотрим в будущее. Мы подготовим для вас, наши уважаемые телезрители, много новых телевизионных проектов. Будет интересно. Оставайтесь с нами. Жамбылское областное телевидение на сегодня производит более 43 цикловых и тематических информационных и телевизионных программ, которые поднимают актуальные темы общественно-политической, культурной, национальной, этнографической, социально-экономической, военной, экологической, религиозной, спортивной и детской сфер. Накануне вместе с новым сезоном вниманию зрителя были представлены 5 новых программ: «Салмақты сөз», «Винерзерде», «Кісіліктабы», «Заман және бес», «Білім және инновация». Помимо этого проводится активная работа в интернете и социальных сетях. Делается все для обратной связи со зрителями. Я всегда смотрю передачу данного телеканала и получаю каждый день оттуда важную информацию. Желаю дальнейшего процветания вашему телеканалу. Ну, по возможности смотрю новости данного телеканала, получаю полезную информацию. Очень хороший телеканал. Желаю удачи. До сегодняшнего дня наименование областного телевидения менялось несколько раз. И вот присвоено имя великого поэта Жамбыла. За такой небольшой срок деятельности выполнено немало работы, а также и достаточно достижений. Телеканал не ограничивается областными и республиканскими конкурсами, выступает и на международных площадках. В частности, если в прошлом году программа «АПТА» или «Итоги недели» стали лауреатом престижного международного телевизионного конкурса «ТЭФИ», то буквально недавно наш телеканал одержал победу и на международном фестивале спортивного кино и телевидения, который прошел в России. Все эти достижения – плоды упорного труда всего коллектива. Немало и перспективных планов, которые будут обязательно реализованы. Карина Карташова, Ермек Асаубаев, служба новостей.